Привет, друзья! Сегодня уже 7 апреля. Я пошел на открытие грибного сезона в лес за строчками гигантскими. Я их видел еще 3 апреля в лесу. Несколько штук. Понял, что они у нас пошли. Время у меня сходить не было. Вот сегодня появилось, поэтому решил сходить, пособирать, открыть, так сказать, сезон тихой охоты весенними грибами. Как обычно, все, что буду находить, все буду показывать. А то, что чего-нибудь мы сегодня найдем, это будет 100%. Ручей лесной, полной воды. Ну что, друзья, вот и первые строчки гигантские попались. Это те, которые я видел в прошлый раз. Их стало больше. Вот такой вот лес. Березки, рябинки, осинки и елки. Ну, еще редкая сосна. Такая здесь низинка, сырость. Но с другой стороны, солнце прогревает хорошо. Вот гигантский строчок. Правда, он еще не гигантский, но растет. Не знаю, может, его оставим. Будем выбирать самые крупные. Вот эту вот можно взять будет. Вот еще один. Пошли грибочки. Так. Смотрим сразу. Все одним кадром засниму. Птички поют прям вообще здорово. Солнышко светит. Сегодня прохладный день относительно предыдущих. Но все равно на солнце тепло. Так, вот еще один. Он какой. Такой-то возьмем. Так, вот еще. Смотрите. Сразу несколько штук. 1, 2, 3, 4. И 5. Рядышком. Так. Еще смотрим. Вроде бы все. Значит, вот здесь вот 5 штук. Ну, возьмем там самый крупный К1. И вот здесь. Один, и вон там 1-3 штучки сейчас заберем. Остальных оставим. Толку от них. Зато через несколько дней можно прийти будет их. Если никто не возьмет. Заберем. Солнышко светит. Классно вообще. На улице. Градусов 8, наверное, в лесу сейчас. В городе передавали будет 9. А вчера было 17. И позавчера. Природа оживает. Птички поют разных видов, разными голосами. Воды в лесу полно. Весенних грибов должно быть много. Везде ручейки. Как ни странно,
еще ни одной змеи не попалось. Хотя сегодня солнечно. Вон они маленькие строчки. Много где попадаются. Нашел еще, наверное, штуки 3 полянки, но они прям маленькие. Не стал показывать. Здесь вот тоже, видите, маленькие. Тоже такие я уж оставляю. Называю их неберущимися. Вот и маленький. Вот тут небольшой. Вот здесь вот уже такой более-менее нормальный. Вот этот вот мы возьмем. Раз. Грязь вот эта остается. И вот с ножки еще вешаюсь грязь. Листья, мох, иголки тоже срезаем. И чистенькие уже отправляем в корзинку. Все, вот такие будем выбирать, которые сейчас первые, но уже более-менее нормальные размером. А эти маленькие через несколько дней уже подрастут, если их никто не возьмет. Еще можно будет прийти пособирать. Но их, конечно, станет больше. Появятся новые. Вылазят, наверное, каждый день. Березовый пенек, из него сок, видите, он сырой, сок березовый идет. Наверное, год или два назад это дерево здесь срубили, здесь была вырубка такая частичная, а сок все идет из пенька, и бабочки вон пьют его. Довольно-таки частая картина. У меня, кстати, попались снова строчки. И маленькие, и средние, разные. Давайте начнем. Так. Вот один какой, смотрите, прикольный размерчик. Нормально. Вот еще один. Так. Вот и парочка. Тоже один, который покрупней. Можно будет взять. Сейчас буду собирать их. Вот здесь маленький оставим его. Вот этот, пожалуй, наверное, тоже оставим. Побольше будем брать. Вот эти вот, например. Смотрите, какие гигантские строчки. Вот пока какие-то ветки нападали. Пока что у нас тут есть. На первую небольшую жарку вполне себе хватит. С чем-нибудь пожарить. Он еще маленький. Сейчас можно походить, посмотреть. Может, где-то еще есть, я не видел. А вот по поводу березового пня, и видите, весь сырой. Сок березовый лупит. Я сок березовый вчера собирал. Набрал 3 литра. Так, этот маленький оставляем, какие побольше. Забираем. Так.
Смотрите, друзья, какой попался строчок. Обалдеть, это вот на открытии сезона. Вон уже он какой. Когда же он вылез? Ну, в марте, что ли? Вот этот вот поменьше, не знаю, оставим, не оставим. Вот этот точно сейчас с вами изберем. Самый большой этого сезона строчок. Срезали. Отлично. Грязь лишнюю. Оп. Убираем. Нормально. В таком даже уже и жуки могут спрятаться. Класс. Корзиночка пополняется. Так, ну что, ну ладно, давайте этот такой не совсем уж маленький. Намного меньше оставляли, много маленьких оставлял сегодня. Так. Забрали. Все, супер. Продолжаем. Вот еще грибы растут. Весенние пиццицы. Похоже. Вон их тут сколько. Вроде как съедобные, но я их ни разу не пробовал. Вот еще попались два маленьких, один, второй, третий, вот, и вот здесь, видите, только лезут, вроде уже и такие есть, и маленьких полным-полно. Здесь вот выруб был, смотрите, какие пожарища, жгли ветки, возможно, здесь в этом году сморчки будут, они любят такие места, старые пожарища. Ладно, продолжаем искать строчки гигантские. Вот два маленьких растут. Тут вот рядом еще с дорогой лесной. Там еще два маленьких. Ну, один такой уже, в принципе, не маленький. Заберем. Один вот оставим. Это один. А вон там второй. Строчок гигантский, свежий. Супер. Вот еще полянка попалась. Смотрите. Вон один. Такой он неплохой размерчик. Возьмем вот этот вот маленький, оставим.
на подрастание. Вон маленький, вот этот вот хорошенький возьмем и этого ставим. Соответственно, сразу раз, два самых крупных. Оп, открываем. Так, и вот этот вот под деревцем. Эти грибы можно срезать, все равно там грязь вся остается с оставшейся ножкой в земле. Хороший размер. А этих вот маленьких оставляем на подрастание. Так, отлично. Четыре штуки где-то сейчас ставили. Только здесь вот. А вообще... вообще в лесу тут уже много маленьких оставил. Как они вот подрастут через несколько дней, прям можно набирать их прям много. И новых вылезет. И я прошел-то не все точки контрольные свои. Так, вон еще вижу. Смотрите. Темненький какой. Точнее, наоборот, светленький. Под темными листьями. Вот нормальный размер. Возьмем его для общей массы. Так. Странно, что вот здесь он один. Значит, остальные еще не вылезли. Подрастут. Грязи сколько они впитывают ножка. Все это нужно срезать. Отлично. Кстати, для тех, кто не знает, гриб это ядовитый. Поэтому его нужно перед тем, как жарить, его нужно предварительно отварить. Промыть, отварить полчаса. Потом эти грибы проточной водой промыть. И потом уже можно жарить. Без этих необходимых условий готовить его нельзя. Яд может быть и не смертельный, но накапливающийся в организме человека с годами. Поэтому не стоит экспериментировать. Лучше готовить его правильно. Как его приготовить? У меня видео на канале есть. Выложил вот буквально на днях. Можете посмотреть. А вот смотрите. Еще один попался. Тоже хорошенький здесь на солнышке. Забираем. Раз. Вот. Удачно срезали. Так, где он? Отлично. Грецкие орехи какие большие в корзинке. Супер, уже пожарить. Точно хватит. Сезон можно считать полноценным, открытым. Все, вроде больше пока нет. Тогда выключаюсь. До следующих грибов, до следующего включения. Вот, недолго прошло, наверное, минуты две. И опять попались грибы. Как и маленькие, так и хороших размеров. Вот эти два заберем. Раз. Вот этот вот чищаем. Лишнее не брать. Оп. Двойной, оказывается, был. Три штуки. Все, корзинка прибавляется уже больше половины. Супер. Вон еще маленький. Вон еще маленький. Скоро они здесь подрастут, будет их полно. Это
моя контрольная точка. Я здесь каждый год набираю. Ну вот тут еще под конец сегодняшней грибалки попался хороший размерчик. Опа! Он какой чистенький, свеженький. Красота. Берем. Ну все, друзья, закончилась сегодняшнюю тихую охоту грибочков. Для открытия сезона вполне достаточно, чтобы пожарить. Вот еще один тут попался, но его я оставлю уж. Пускай подрастает. И так достаточно для первого раза готовить. Сейчас пойду уже домой, надо и грибами будет заниматься, и видео делать, чтобы сегодня его выложить на канал. Все, спасибо всем, что смотрели это видео до конца. Не забудьте написать что-нибудь в комментарии и оценить видео. Сезон грибной по весенним грибам мы открыли. Грибы начинают, основная масса еще не вылезла, либо маленькие, взяли самых крупных. Те, что раньше выросли. Так что, скажем, в нем сейчас грибов будет все больше и больше. Пойдет смачковая шапочка, смачки. Будем ходить, будем собирать. Будем ходить теперь за грибами чаще. И видео на канале будут выходить все больше и больше. Все. До новых встреч. Всем пока.